Добрий день, шановні друзі! Варто лише згадати прізвище мого сьогоднішнього співрозмовника, як у кожного з нас обов'язково з'явиться посмішка. Сьогодні у нас в гостях блискучий актор театру і кіно, народний артист Радянського Союзу Володимир Етуш. Владимир Абрамович, добрий день! Я дуже рад, що ви сьогодні до нас приїхали. Великий, прекрасний артист, якого так люблять мільйони людей. Спасибо! Вы знаете, я знаю, что вы чуть ли не первым из москвичей стали свидетелем начала Великой Отечественной войны. Что это была за история? Я много уже говорил по этому поводу. Это была очень простая история. Я шел в 5:00 утра по улице Горького вниз. И проходя мимо манежа, я увидел большой автомобиль под германским флагом. Я не обратил внимания, который пересекал Манежную площадь. Я не обратил на это особого внимания, а пришел домой, лег спать, и потом в 12, наверное, часов мама мне сказала, именно вот в это время. Мама меня разбудила, сказала: война. Я позволю себе процитировать вас. Вы сказали: «Никогда больше, даже в самые отчаянные мгновения на фронте, мне не было так страшно. Мама стояла и в ужасе смотрела, как меня трясет мелкой дрожью. Белая рубашка ходуном ходила у меня на груди. Страшно стало». Да. Я понимал, что я первый кандидат. Но у вас же была бронь. Да. Вы же были студентом. Да. Театрального училища имени Щукина. Да, да. Как меняется психология. Я сам пошел на войну. А почему пошли на фронт с бронью? Могли же отсидеться? Да. Не знаю почему. Ну, какие-то чувства, значит, были. Патриотизм какой-то был. Да. Тут, понимаете, это, если разложить это чувство, то это не то, что ура, патриотизм, это сложнее. Стыдно было оставаться, да? Ну, не знаю как-то, но это сложнее. Потому что до этого советская власть мне нанесла очень большую травму. Папу моего арестовывали без оснований, потом освобождали. Несколько раз? Два раза. Под влиянием этого я, так сказать, ну, определенным образом относился к властям, которые... Тем не менее, это, значит, не... Решающее впечатление это не создало. Это правда, говорят, что вы вышли играть в спектакле «Фельдмаршал Кутузов» и увидели в зале 13 человек? Да. Это тоже был момент? Это был толчок. Вы поняли, для того, чтобы я так поступил. Не время сейчас, да? Ага. И тогда, не знаю, понятно ли это будет или нет, но тогда власть конкретная, которая мне нанесла вот такой урон, о котором я говорил, она уже превратилась в более масштабную. Это уже стала не власть в данный момент, руководящее государством, а само государство как-то. Я не знаю, я не хочу высокопарных слов, но это я вдруг ощутил. Вставай, страна огромная, да? Понятно. Вы были переводчиком полковой разведки? Угу. Тяжело воевалось вам? Были, наверное, более тяжелые судьбы. Но, тем не менее, вы знаете, ордена, полученные тогда на фронте, это было очень ценно. Вы получили орден Красной Звезды. Да. Это серьезный орден. За что вы его получили? За то, что был на войне. Был какой-то подвиг? Нет, вы знаете, такого конкретного подвига не было. Там был ряд, наверное, поступков, в результате которых... Командование оценило меня так. Это правда, что вам его вручали в попыхах на бегу? Как это происходило? А очень просто. Очень просто. Орден на фронте в то время вручал какой-нибудь высокий начальник, генерал какой-то. Отзывали в тыл,
Не на много, на 10-15 километров. Более-менее спокойная обстановка, и там вручали. Меня в это время не было. Я был по заданию командира полка. Не помню. А когда я приехал, я был первым помощником начальника штаба, оперативным помощником. И какой-то генерал с матом говорит: ты что здесь делаешь? Так-то, мол, так-то. Я начальник постарше твоего командира дивизии, а мой командный пункт вон где, указывает вперед, а наблюдательный мой пункт вон где, марш отсюда! И мой подполковник, значит, из окопчика, а это уже началось, боевые действия начались. Все повернулось, снаряды, там, авиация, все, ну все, убили тут. Комбата. Ну и когда он выходил из окопа, он полез в карман, говорит: Эдуш, на тебе твой орден, а то убьют или ранят, ты его не получишь. Это правда, что прямо в вашем присутствии рядом стоящего солдата солдату осколком пробило легкое? Нет, это другое время. А что это было? Это в цепи мы были, когда рядом не солдат, но на старшем, сержант, и ранило в легкое, ранило, ну, в грудь, ранило, пневмоторакс, знаете, что такое? Нет. Это когда он не может дышать, когда, поскольку у него дырка, то пенится кровь, если ему очень трудно дышать, надо заткнуть эту дырку. И вы заткнули? Да. Я заткнул, а потом, чтобы ему еще, комфортнее, не то слово. Короче говоря, я его подтянул на себя. Это под огнем. И он закрыл. И пуля попала ему в голову, которая шла на меня. Я знаю, что на фронте особенно болезней не было. Ни гриппом не болели, ни ангиной, но вы, тем не менее, ухитрились. Да. Что это было такое? Да, я заболел ангиной. Жестокой. Это было в Кабарде, по-моему. Я лежал в сакле с высокой температурой. И вдруг приходит солдат и говорит: товарищ старший, уходим. Куда уходим? Как уходим? Так, и снимает у меня телефон. Ну, я думаю, ходить я не могу. Лежать-то я еле-еле, ходить не могу. Я думаю, пойду я к начальнику штаба, попрошу, чтобы меня на тележку, в медсанчасти, на тележку повезли бы. И вот так я к нему, изба. Я к нему, а он ко мне, я к нему поднимаюсь, он ко мне спускается, говорит: это уже заступаете оперативным дежурным по полку. Я говорю: заступаете оперативным дежурным по полку. Все. Дальше пистолет. Я заступил. И смог, оказывается, ходить. Но тяжело очень было, я взял котелок. Набрал воды, это зима. Набрал воды, и у меня резало страшно горло. Ну и так шел, прихлебывая. Холодную воду пили? А какую? Зима. Хоть и в Кабарде, но... И на земле спали? Да. И пришли когда? Там вместо сосредоточения деревня была занята войсками. Нам мест не было, и мы расположились на опушке. Ну и я лег. На землю? На землю. Ну, конечно, плащ-палаткой накрылся. Стал здоровый, короче. Молодой организм. Я знаю, что вы были тяжело ранены. Куда? При каких обстоятельствах? Куда? Без комментариев. Вот так? Да. А обстоятельства?
Было это в это же время, вот когда с орденом дальше мы, это большой Токмак, мы стояли на низком берегу и сумели взять высокий берег. Но там остановились, там как стол ровное, далеко-далеко ровное место. Они задержались, там какой-то совхоз был. И они задержались, немцы задержались там, и мы их выбить никак не могли. Ну, короче говоря, это долго рассказывать. Там каждый день генерал звонил командиру полка и грозился ему. Я был с ним в его окопе. Ну и в конце концов, значит, я говорю, товарищ подполковник, давайте я пойду вперед, в роту. А они уже не влезали. Есть такое правило. Рефлекс. Нет, не правило, это не правило. А есть такой рефлекс, они понимают, что захлебывается атака, и они уже сидят и много таких. Победили правил. Рефлекс вы? Ну, не я, я участвовал в этом. Сейчас смотришь фильмы, такие как «Штрафбат», и проступает совершенно другая правда о войне. Оказывается, и расстреливали многих свои же. А у вас были случаи, когда на ваших глазах, или вы знали, что свои расстреливают своих в военное время? Без суда и следствия? Как нет? Было постановление. Как? Бывало постановление, я не помню там, какие органы это делали, но я сейчас у меня перед глазами эта вся история, прокурор участвовал. И на ваших глазах стреляли? Да. Два возчика, ну, как ездовой, как он называется, да, отсутствовали, а там они, это было в этих местах, населенных жителями Кавказа, и там родня у него, там родня, куда-то, наверное, они сматывались. Понятно. Думаю, это я сейчас уже так думаю. А тогда, значит, их искали, не находили, потом как нашли и решили. Ну так. И на ваших глазах? Общего впечатления. Нет, не на моих глазах. Выстроили полк. Вывели. Вывели, такая местность в гора здесь у подножья. Зачитали приказ. Два смерсовца. Их было двое. Стояли за ними, потом им приказали идти в гору. Они пошли в гору, те за ними и вплотную. Просто, да. Страшно вам стало или нет? Неприятно. Я знаю, что в ингушском городе Малгобеке есть улица, названная вашим именем. Что это за история? Почему назвали улицу вашим именем? Я там участвовал. В боях? Это было постановление президента Ингушетии, да? Да. Вы знаете, любой человек при встрече с вами всегда вспомнит, наверное, самый главный фильм вашей творческой биографии «Кавказскую пленницу», где вы так убедительно сыграли товарища Сахова. Откуда такое проникновение в материал, такое знание материала? Вы знаете, это тоже своя история. Это своя история. Я до войны очень увлекался, был такой лермонтовок. Ираклий его звали. Ларс Абович. Андронников. Андронников, конечно, да. Конечно. И я за ним. Он выступал в домах культуры, интеллигенции. Лермонтов, Пушкин, у него целые серии. Нет, еще до этого у него были рассказы, им написанные, и поскольку он грузин, то это все было основано на
таком восточном колорите. Но у него акцента не было почти, правда? У него нет. У него нет. Но когда он изображал, то у него был акцент. Да. Он показывал же эти самые. Мне страшно нравилось. Я ходил, посещал эти вечера, а потом в домах, доступных мне, в домах интеллигенции, пересказывают. Вот так началось это. А потом я попал в часть, которая формировалась на Кавказе. Там были азербайджанцы, и грузины, и армяне. И вы подсматривали, да? И я, да, я это... На мой взгляд, Леонид Гайдай абсолютно гениальный режиссер, и время только подтверждает его гениальность. Фильмы, смотрите, не стареют, и новых таких комедий такого уровня вообще нет. Да. Тем не менее, я слышал, что все фразы товарища Сахова, их не было в сценарии, это ваша абсолютная импровизация. Ну, что значит все? Это не все, а какие-то отдельные фразы, да, потому что я очень хорошо знал этот материал, я купался в нем, я с легкостью мог любой диалог поддержать, так сказать, вот с этими акцентами. Вы только что говорили об обиде на государство в связи с тем, что арестовывали отца. Я подумал, что товарищ Сахов, он говорит с грузинским акцентом, с кавказским акцентом и носит сталинский френч. Да. Это так было задумано или нет? Конечно. Да? Конечно. А как? Вот оно что. А как же? Он представлял власть. Причем он своеобразно это понимал, он считал, что все это его. И отсюда вот эти фразы «10 баранов», там «холодильник», там то-то. Он раздавал баранов-то чьих. Это своя, своеобразная психология. И те, кто принимали фильм, они не увидели этого намека? Нет, почему? Это увидели? Понятно. Ну, конечно. И пропустили? Это было ну, конечно, это было понятно. Это, так сказать, была определенная критика. После фильма «Кавказская пленница» у вас было два выбора. Или стать на Кавказе национальным героем, или быть проклятым за то, что вы сделали пародию на кавказца. Что получилось на самом деле? Первое. А вы боялись второго? Ну, во всяком случае, да, мне грозили, что у тебя могут быть неприятности. Побить могут? Ну да. Вы изображали ведь и не грузина, и не армянина, и не азербайджанца, что-то среднее, правда? Не скажу. То есть кто-то был прототипом, какая-то конечно, национальность? Конечно, конечно. Кавказ силен своими застольями. Вас приглашали на застолье после этой картины? Ну, что значит на застолье? Везде меня приглашали. Вот вы пригласили. Я везде на расхват. Да? Ну, нет, во всяком случае, ну, бывал я, конечно. Вас принимали за кавказца, жителей Кавказа или нет? Нет, их не проведет. Они понимали, кто я. Я знаю, что в конце 60-х годов планировали снимать вторую часть «Кавказской пленницы». Да. Было такое? Вы бы хотели сняться в этой картине? Я и был инициатором. А какая история была у этой картины, у второй части? Что там могло быть? Ну, видите ли, Гайдай был в это время занят, он снимал другую картину, а мы с авторами разговаривали и придумали целый сюжет. Начинался он в тюрьме, в лагере. Потому что кончается «Кавказская пленница» тем, что я... Ну, а значит, вторая серия в лагере. И для того, чтобы... Ну, кавказцы своеобразный народ. И мы решили его унизить, если не только вот тем, что его... А еще и нравственно. Он был директором клуба у нас. По нашему замыслу. А поскольку, значит, в местах заключения женщин нет, то женские роли он был вынужден исполнять сам. Ай-яй-яй. И это большое унижение для кавказца. Ну вот так это так хотели. Начинать. Почему не получилось? Не пропустили? Нет.
Говорят, давайте только не в тюрьме. Мы говорили, что мы покажем тюрьму, замечательно, туда захочется попасть. Но тем не менее. Ну, вам вообще много приходилось играть в кино кавказских людей, правда? Нет, не так много. Ролей 5-6 наверняка ну, было. Что-то было, да. Но это разные были люди все равно. Тем не менее, вот вспоминая ваши роли, понимаешь, что вам часто приходилось играть людей таких алчных, нечистых на руку, таких скупых. Чем это объяснить, на ваш взгляд? Ну, я комедийный артист, а значит, в ровном голосе там нету этой комедии. Значит, какой-то ракурс искали. Вам нравилась роль Карабаса-Барабаса? Нет. Не нравилась? Но если вернуться к Гайдаю, он снял вас в еще двух блестящих картинах, и «Иван Васильевич меняет профессию», и «12 стульев», где вы Брунса играли. Ну, «12 стульев» это очень... Я не считаю, а в этом в «Кавказской пленнице» и «Иван Васильевич», Иван Васильевич это... Так получилось, что спустя много лет вы повторили судьбу обворованного Шпака, когда у вас унесли деньги, я знаю, что-то еще. Что это получилось? Вы так смеетесь весь. Я думаю, вам было не весело, когда вы вернулись домой. Ну нет, мне, во-первых, позвонили, я был в Коктебеле. И мне позвонили. И на первый же мой вопрос я из милиции позвонил. Говорит, Владимир Абрамович, вот, значит, я говорю, а что украли? Наши-то и непосильным трудом. Пауза, ага. И он подавляет, давится от смеха, говорит, два магнитофона. То есть говорит мой текст. Все, что нажито непосильным трудом. Ну, вы расстроились сильно, да? Ну, конечно, ну что вы смеетесь это? А когда вошел в квартиру, все перевернуто. Особенно это неприятное чувство. Вас не грабили никогда? Ну, тьфу-тьфу-тьфу, слава богу. Я поговорю с вашими. Владимир Абрамович, но вам же все вернули, насколько я понимаю. Да, почти все. Как это получилось? Это уникальный случай. Уникальный. Как это получилось? Милиция к этому не имеет никакого отношения. Блатной мир? Вы знаете, не знаю, я не думайте, что я с ними знаком, что нет. У меня в первом же интервью, а может быть, я в эфире интервьюер спросил, а может вам обратиться к вот людям, которые вас... Я говорю, а как я обращусь? И тут же сказал, жулики, отдайте мне все. И что, подбросили? Спросил, да. Подбросили? Подбросили, да. Ну, написали хоть что-то, мы вас любим. Написали, да, написали. Не помню, обращение, господин, нет. Уважаемый, это уж 2Т. Это двойное уважение. Наверное. Да, ну вот нам были нужны, извините, что это, нужны были деньги, мы не могли сразу, да, они были в закладе, сейчас вот это, возвращаем часть, остальное вернем после. Потрясающе. Вот она слава. Я горд. Конечно. Я знаю, что вас не принимали в ГИТИС куда-то еще, и вы поступили в Щукинское училище благодаря племяннице Рубена Симонова. Ну, знаете, эта связь достаточно условная. Он якобы думал, что у вас с его племянницей серьезно. Это моя версия. Понимаете, так. Это я уже для того, чтобы украсить все это. Я, значит, он сказал, нет, ничего он не думал. Просто она, эта девочка со мной, вначале я был в немецкой группе. Там интеллигенцию в то время отдавали не в детский сад, а вот в какую-то вокальную немецкую группу. Я тоже с ней там был, поэтому и жили мы на одной улице.
Ну и когда она услышала, что она говорит, а я тебе могу, я знаю дядю Рубена, я знаю. Ну и сказал дядя Рубен. Как интересно жизнь складывается, правда? Вы 20 лет были ректором Щукинского училища. 16. 16. И очень много лет принимали вступительные экзамены. Скажите, вы в состоянии 100% разглядеть талант? Вот у вас есть это ощущение? Ни у кого такого ощущения нет. Ни у кого, я отвечаю здесь. Интуиция, наитие какое-то? Обязательно должно быть, но до конца 100% никто не может ответить. Но у вас были промашки какие-то? Конечно. Как у всех. Я не знаю, насколько опять-таки это правда, но говорят, что вы не приняли, забраковали Юрия Яковлева и сказали, что его ждут фабрики и заводы. Вы знаете, это, по-моему, уже сочинили. Я не помню такого. Но... Не помню. Но что, многого я слышал эту историю. Кого вы можете вот спустя годы назвать своими лучшими учениками? Вы знаете, в скорости после того, как я закончил училище, уже поработал какой-то, не такой большой срок, мне Захава предложил курс. И я взял этот курс. И сейчас это уже взрослые люди, народный артистка Максакова, народный артист Збруев, заслуженный артист Высоковский, Вениамин Смехов. Какой курс хороший? Ага, вот это все студенты моего курса. Бортник такой. Иван, это да? Все, Иван, да. Вот это все студенты моего курса, которых я выпустил. Я не знаю, замечаете ли вы низкий общеобразовательный уровень вот современных замечаю, молодых людей? Замечаю, есть такое? Да. Вы с этим сталкиваетесь непосредственно? Да, непосредственно, конечно. Ребята, молодые ребята прекратили читать, на ваш взгляд? Да. От чего это происходит? А зачем это? Зачем читать? А есть варианты другие? А, конечно. Выпить. Закусить? Еще что-то, закусить, еще что-то. Да, нет, это, к сожалению, так. Это правда, что на вступительном экзамене в Щуку вы спросили у абитуриента? Правда, не только такой, про какие пьесы Чехов написал? Да, Чехов написал. Что да, он ответил? Мать. Выгнал тут. А вдруг артист талантливый? Бывают же дураки, ну, не читавшие таким ничего. Таким нельзя быть, артист не может. Таким быть. Нельзя уже? Нет, нет. Вы в театре Вахтангова работаете с 1945 года. Страшно себе представить вообще, просто страшно. Почему? Мне не страшно. Во-первых, завидное постоянство, во-вторых, столько лет. Ну, столько лет, это столько, сколько я прожил пока. А постоянства у меня никогда не было никаких, поводов. Повод, может, был. Ну, короче, я сохранил. Вы сейчас выходите на сцену родного театра? Конечно. В каких спектаклях вы заняты? Сколько их? «Дядюшкин сон» Достоевского. Я привозил сюда. Угу. Я приезжал с этим спектаклем. Недели две тому назад, что ли. Ну, корифеи малого театра выходили и после 90 лет на сцену. Вы видите себя... В обозримое. 90-летним? Нет, не вижу. Не видите? 90-летним? Да. Я? Выходящим на сцену. Ну как это можно? Такие вещи. Вы где-то сказали, что современный театр интересует вас мало. По-прежнему так? Как-то не так. Я не мог так сказать. Театр меня всегда интересует. Но что происходит с современным театром? Это меня огорчает. Смущает, да? Огорчает. Это очень далеко от того, к чему я был привержен. То, что делал Константин Сергеевич Станиславский, Немирович Дальчин, которые создали целую школу, целое учение. И поэтому
по этой дороге шли все театры русские. Возможно, так сказать, с некоторым ущербом, потому что там примешивался социалистический реализм, чего не всегда можно было достигнуть, понять и вообще оправдать. Но был настоящий реалистический театр, вообще русский театр, замечательный театр. И особенно через, это понятно, через гастролеров, которые, о которых мы знаем. И малый театр, и художественный театр, и другие театры, они все лучшие спектакли были созданы по этой системе, по этой методе. О будущем театра Вахтангова мы говорили с Михаилом Александровичем Ульяновым при его жизни. И потом с Василием Лановым. И Лановой очень критиковал видение Ульянова на будущее Вахтанговского театра. Что вы думаете об этом? Вы знаете, что я думаю, что Ульянова нет. Поэтому... Что уже об этом говорить? Да, не имеет... Ну, наверное, были у него и свои, так сказать, свои представления, с которыми мог не соглашаться Лановой. Лановой, это вполне естественно. Говоря об Ульянове, это правда, что свою первую машину «Москвич» вы выиграли у него на спичках? Да. Почему на спичках? Как это происходило? Ну, а как вы предложили бы сейчас разыгрывать? А, это на театр пришли машины, да? Не пришли машины, а вообще в то время не продавали машины никому в частные руки. И вдруг из промышленности добитую совершенно машину предложили театру Вахтангова. Ну и претендентами были я и Ульянов. А как разом? Ну, можно было в шапку положить там, можно было еще как-то. Мы решили на спичках. Я знаю, что вы были всю жизнь, продолжаете оставаться очень влюбчивым человеком. И список покоренных сердец очень большой. Первая ваша супруга Нинель Мышкова, замечательная киноактриса. Фильм «Гадюка» наверняка до сих пор многие помнят и любят. Я знаю, что у вас был роман с вашей студенткой Людмилой Чурсиной, очень красивой женщиной. Откуда вы набрали такие сведения? Вот, не рассказывали. Но со своей супругой покойной вы прожили 48 лет. Скажите, пожалуйста, вот вы снова женились, уже будучи 80-летним человеком, на женщине моложе вас на 42 года. Чем просто восхитили всех, кто вас любит, знает и любит. Скажите, тяжело было решиться на такой поступок? На такой мужской, по-настоящему мужской поступок? Это произошло естественно. Потому что... Я никому... Ни одной из своих жен я не предлагал, ты хочешь выйти за меня замуж? Так не говорил. А я как-то сходился, а потом было понятно, имеет смысл продолжение уже зафиксированное или какими-то там, или нет. Ну, 42 года большая разница, вам есть о чем она говорить? Она была моей поклонницей, она приходила ко мне на спектакли очень долго. И в конце концов добилась того, что... Вы обратили на нее внимание? Ну, да. Вам есть о чем говорить? Вот вам интересно с ней? Она замечательная женщина. Замечательно. Без нее я сейчас не мог бы существовать. Владимир Абрамович, можно о дочке задать вопрос? Не надо? Не будем. Владимир Абрамович, я брал недавно интервью у Бориса Ефимова, которому 107 лет, и который еще при полной памяти. И сейчас мы с вами беседуем, 86 лет, а вы выглядите, ну 65, ну 70. Скажите, откуда вот в людях вашего поколения вот такое желание, такое умение жить, такое ощущение жизни? Что это гены, что это время такое было другое тогда? Вы знаете, тут не надо обобщать. Это что значит у вашего поколения? У меня была бабушка, которая дожила до 90 лет. Замечательная старуха. Замечательно. И думал, что от нее я набрался многому, что сейчас реализую. Она была с большим юмором, очень
любила изображать кого-то там, как-то все это. Когда вы улыбаетесь, у вас становятся такие потрясающие глаза. Скажите, вам помогает чувство юмора в жизни? Вот. Без этого я не могу обойтись. Вся моя жизнь построена на юморе. Вы иногда оглядываетесь на прожитые годы? Вы чувствуете, что стали частью эпохи? Нет. Связующим так, звеном? Нет, нет, я себя так не ощущаю, никогда не ощущал. Меня ощущаю. Живу. Дай вам Бог. Спасибо. Подольше. Спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо. Спасибо. Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях був неперевершений майстер комедії, народний артист Радянського Союзу Володимир Етуш.